просто все съебать абсолютно. Я первый раз так могу со спицами. Итак, дорогие друзья, мы сегодня снимаем день из жизни Доку Чаев. Как видите, мы сейчас на машинке катаемся, заезжаем в дворы. До характерного щелчка такого. Все, погнали. Погнали. Погнали! На дачке купить там зеленые, красные, черные. Короче, айфоны стоят, вот, например, 13 Pro на 128, 72 вроде бы сейчас, а 13 обычный на 256 мегов, 169. И что, ты хочешь его купить? Да? Ну, типа на зиму. Ну, в целом, или да. На зиму или на осень. Нормально? Ну, слева, да. А, ну у тебя такие. Они просто, видимо, такие. Мне кажется, вот, что у тебя на левой, она поприкольнее выглядит. На левой, да. М? Это нормально. Ты можешь один такой же купить. Самый грязный, вот этот левый. Ну да. Короче, вышли из магазина, ничего не купили. Потому что ерунда полная. Сейчас будем искать очки зеленые, как у Павла Деревянко. Поэтому на поиске. Что делаешь, Володь? Да ничего, от меня... Ух ты, блин. Сучка. Все, минус. Да, я угадаю, бита упала, да? Угу. Угу. Очень круто. Просто замечательно. Мы поменяли трубку в топливном шланге. И вместо двух топливных фильтров поставили один. Сейчас она мчится просто как лазерная, как птица. Я здесь все время только на велосипеде ездил. На машине первый раз? На тарантайке, на инвалидке ездил. Ага. Ну, типа на пассажирском. Ага. Все, дорос уже. Чтоб вы понимали. Едем в лес, на поле. Сейчас застрянем, здесь будет кайф. В гору поедем. Я, кстати, мы ездили вот с этой горы вниз. Да? С этим, с Ворошиловым. Ой, здесь можно же и подмахтить, чел. Сейчас стартанем с буксом. Вот здесь. Остановочку у нас. Мэмс. Встали. Газ в пол.
фары уточил. Я тебе говорю, она очень резвая стала. С одним топливным фильтром. Она очень резвая. Кстати, красивый вид. Да, да, да. О май гаш. О май гаш. Ой, нет, так как там. О май гаш. Ой, чел, это мой первый дрифт вообще. Ладно, хорошо. Мы просто боком валили все время. Окей. Так, давай поле выбирать, чё? Да. Краш-тест. Ну, не краш-тест, как это называется? Я не знаю, по болотам, короче, ездить. Оффроуд. Оффроуд. Блин, а здесь вот буквально 10 лет назад, вот спереди, вот тут, скажи, да, тут можно было проехать прям на лодке какой-нибудь, то есть не было вообще зарослей. А сейчас деревья, блин, 10 лет. Короче, сняли фотки, крутые должны получиться после обработки, после всего. Залетайте в Инстаграм, смотрите. Сейчас едем на другие локации, в город, в центр, на верхушку. И там будем тоже фоткаться. И в других образах, в других локациях. Короче, залетайте, смотрите, ссылки тут в описании. Все, давайте мы встретимся уже там. Короче, едем мы в центр города, на верхушку. Будем там снимать видосики, фотки и так далее. Вот, в принципе. Нам где-то час, наверное, ехать. То есть сейчас время где-то полпятого, да? Мы полшестого будем, у нас будет полтора часа до заката. Какие дела? Все.
подружки, пиявки и лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, но что с таким водиться? Противно. Эх, жизнь моя жестянка, ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота. Оказалось, что Егор знает, где вход. А мы стояли сейчас 5 минут у лифта, и он к нам не приехал. Потому что, может, лифты вообще на 5-й не ходят? Я уверен, что они ходят. Приехал, наверное, уже. Чё? Думал, вот так вот сфоткать. В целом можно пару раз проехаться. Или вот туда, вот так. Кстати, прикольная идея. Сейчас будем фоткаться. Сейчас мы до верха доедем, а я просто назад так падаю. Все-таки мы нашли место. Мы сфоткались у окна. Сейчас мы будем искать этот безлюдный эскалатор, чтобы на эскалаторе сфоткаться. Но мы знаем, где он, мы просто к нему идем. Вот. И вообще, муторное делать контент, и причем в чем прикол, что его потом никто не проходит. Давай быстрее. Да. Просто вообще всем похер будет. Поэтому быстренько в описании и смотри. Куда мы сейчас поедем? Мы сейчас поедем к памятнику Чкалова, то есть на площадь Минина. Погнали. Да, балдешься. Ногу почти свело. Ой-ой-ой.
Вообще нормально. Нормально? Четко, да, в натуре нормально. Четко? Да. Все. Так, все. Что будем делать? Погнали. Где? Куда? В парке. Первый раз, кстати, надел пальто вообще. Вообще, в принципе, за сегодня первый раз? Да. Вообще, в принципе. Ну, я его только примерял и дома ходил. Нормально, да? Вот туда. Сейчас будем эту красоту. Только кроссовки, наверное, не особо подходят. В целом, да. Но мои тоже не особо подойдут. Тут нужны туфли жесткие. Жесткие мокасины. Да, красные. Да. Фотик с собой? Конечно. Так, куда дальше? Дальше? Идем. Туда надо будет идти. Да, вообще кайф. Вообще кайф, да. Кстати, смотри, все лето кайф. Я плавал вот примерно вот в этих вот. Примерно вот в этих вот водах. Да. Все лето. Давай, снимаешь? Да. Я, по-моему, еще не был вот в таком виде сегодня. То есть вот у нас мы поменяли образ, я переоделся. А, может быть и был, но не важно. В общем, вот такой вот мы сегодня. Вообще крутой пацанчик, и тут закатик такой. Ну, как всегда, знаете, нижняя столица закатов. Нижняя — это же столица закатов. Нижняя столица закатов? Да. Разве нет? Да. В смысле? Ты... Хо-хо! Не, ну там реально класс. Да? Вот это да. Ну или она просто так выгнула. Да. Может быть, нас... Чуть новых отметок. А. Смотрят те, кто не из Нижнего. Поэтому сейчас мы... Там будет 50 просмотров. Покажем вам закат. Ставьте 3 лайка, и мы выйдем сюда еще. Сейчас автобусы погрели. Да, короче. 3 лайка. 3 лайка, и Егор мне говорит 24 часа, да. Мне кажется, это красиво. Мне нужно еще разочек поменять свой образ. На какой? Смотри, мы были в других штанах, мы были в клетчатых штанах, мы были в синих штанах, мы были в бежевых, я говорил уже. Да. Так, двое штанов было. У меня там есть еще... Ой, блин, трое штанов. У меня там есть еще шорты. Угу. Можно быстренько прям надеть шорты просто. Погнали. Подожди, быстренько надеть шорты, твои кроссовки, твои кроссы, твою вот эту вот джинсовку надеть и вот фоточки просто. На фоне вот этой вот. Это как раз будет на фоне вот этого. Это будет красиво, потому что будет сочетаться. Окей, погнали. Блин, снимаешь? Да. Опять переодеваться, блин, потому что... Тяжело. Не, ну нормально выглядит? Нормально. В целом, я бы сказал, даже неплохо. Если бы выглядел бы я так полгода назад, то меня бы не ушла девушка. А чё ты тут делаешь? Готовимся срать. Чё? Готовимся срать просто. Ой, с трусами пошла. Черт побери. Мне сказали снять кроссовки. Что еще мои тапки надеть просто? У меня в машине есть тапки, короче, вот. Чувак, это просто гениальная идея. Я в тапках пойду. Я, кстати, могу тоже в тапках. Дверь мою открыл. А, это я открыл. Есть. Обалденно. Так, а футболку мне какую? Белую? А можно белую, да, лучше белую даже будет.
Вот это жестко. Не, кроссовки-то бомба. Бля, реально, я бы у тебя их купил. Подписывайтесь на Егора. У него классные кроссы. Опа. Завязывать или нет? Можешь их просто заправить. Вы понимали? Во что мы одеты? Во что мы одеты? Когда люди на улице одеты вот так. Сейчас быстренько сниму вот так еще. О, я придумал. Вот, вот туда вот встаю и с ногами, чтобы было. И все. Короче, на улице-то прохладно, а мы снимаем все в один день. Так, мы сейчас будем видосик еще один снимать. Просто какой-нибудь эстетичный, типа. Прикольный. И все. Я думаю, вот на этом же свете можно, да? Да, по сути. Кстати, свет там реально прикольный. Свет там реально прикольный. Ну ты можешь сейчас это. Типа, я сейчас да. Эксклюзив. Я сюда встану и посмотрю. Да. Свет тут реально другой. Пальцы вверх. Конечно, не знаю, сколько там будет.